Мэра Сум подозревают в коррупции. Александру Лысенко вручили два протокола о нарушении, где говорится, что он не сообщил о конфликте интересов во время голосования за увеличение своей собственной премии в два раза. Персональную надбавку мэру горсовет поднял со 150 до 300% оклада. Как отмечают в полиции, голос Лысенко был решающим. Есть ли признаки коррупции в действиях мэра, теперь должен решить суд. Сам же градоначальник называет это дело политическим и обещает ответить на все обвинения вместе со своими юристами. Я думаю, політичні інсинуації все ж таки в цьому є. Я думаю, що це все одно замовна справа. Це вже не перший раз, коли проти мене якісь натяки про корупцію відкривають якісь справи, але потім їх не закриваються.